Итак, ребята, сегодня я в Брукхейвен для того, чтобы найти ребенка. Я обычно ищу маму, папу, дедушку, там бабушку, еще кого-то, брата, сестру. Но сегодня я хочу побыть в роли матери и хочу найти себе ребенка. Поэтому мне сейчас нужно одеться как мать. После того, как мы написали бизнес, у нас появилось реально много крутых вариантов, поэтому мы сейчас, наверное, выберем что-то из этого. Давайте, вот смотрите, есть вот такой топ с жакетом. Кстати, очень даже неплохо смотрится, ребята. Да что вы ко мне доклепались? Кто вы такие? Ребят, это просто какая-то атака на меня, я не знаю. Есть, можно выбрать вот такой. Это акула надоела? Очень надоела. Смотрите, есть вот такой вот лук-лучок. Тоже, кстати, прикольно выглядит. О, кстати, вот такая кофта мне нравится. Я хочу ее оставить. И давайте, наверное, тут тоже напишем бизнес. После того, как написали бизнес, нам нужно выбрать какие-то брюки. Эта акула мне надоела. Вот серьезно, что ему нужно? Итак, давайте, наверное, выберем вот такие брюки. Давайте как-то отойдем от этой акулы. Он какой-то больной. И теперь мы выбираем вот такие брюки. Мне что-то как-то не очень нравится. Может быть, вот такие с подтяжками. Ладно, давайте оставим вот такую юбку. Вроде прикольно смотрится. Слушайте, ребята, мне нравится мой лук-лучок. Я могу сказать, что я реально прикольно выгляжу. Теперь надо взять табличку и написать на табличке «Будь моим ребенком». Итак, все. И теперь начинаем искать ребенка себе. I'm mad. Спрашиваю вот этого ребенка, может быть, он хочет быть, точнее, не ребенка, а этого человека, может быть, он хочет быть моим ребенком, не хочет. Может быть, она хочет, может быть, ты хочешь, алло, ты хочешь, какая-то она, знаете, слишком взрослая для ребенка, а походу она не хочет. Куда делся акула? Он вроде ко мне был очень интересен, но, знаете, это точно на ребенка не похоже. Может быть, она все-таки хочет, блин, у нее лицо отвернуто, я не понимаю, она вообще меня видит. Так, ладно, она, походу, не хочет. Дальше, давайте еще, куда вообще все делись? Давайте, наверное, побежим. О, смотрите, появился новый чувак на сервере. Может быть, он хочет быть моим ребенком? Привет, я богата. Давай сам быть моим ребенком. Будешь моим ребенком? Не будет, походу. Он взял этот и покатился куда-то, захватил с собой военного. У этой вообще своя вечеринка. У нее там какие-то она эмоции все перебирает. Так, ребята, я предлагаю, значит, пойти сейчас к полицейскому участку. И у нас тут есть какая-то девчонка. Слушайте, она похожа на ребенка. Может быть, она хочет быть моим ребенком? Может быть, она не против быть моей дочерью? Ой, нет, она полицейская. Ладно, у меня еще рано. Рано еще такого ребенка мне заводить, поэтому пока еще не до этого. Может быть, она хочет все-таки? Да не хочет она ничего. Отправляемся по домам, искать будем. Вот, смотрите, тут есть какой-то человек-лягушка. Нет, это человек-шрек, человек-грога из Мандалорца. Походу, это Грога. Ребята, он, походу, не хочет быть моим... Он вообще учитель. Капец просто. Нормальный учитель такой, упоролся. Итак, забегаем вот сюда. Может быть, она хочет... Он хочет быть моим сыном. Привет, хочешь быть моим сыном? Не хочет, походу, он быть моим сыном. Чужой дом пришел. Не может он попасть. Не может. Походу, ребята, что-то мне ничего не нравится. Смотрите, пришли новенькие. Вот. И теперь, может быть, они кто-то хочет быть моим сыном, дочерью. Ребята, я надеюсь, то, что я заведу себе ребенка сегодня. Вообще, это просто почему-то нереально. Я заметила, что родителями хотят быть больше, чем детьми. Отлично, меня похитили, ребята. Ну, может быть, он хочет быть, чтобы я была его матерью. И он сдавал мне на права. Мне нужен маленький ребенок, небольшой. Так, давайте останемся в этой кучке просто каких-то непонятных мне людей и предлагать будем всем быть моим ребенком. Может быть, ты хочешь быть моим ребенком? Может быть, ты согласна? Ты не согласна, походу. Они все меня игнорируют. Еще и в смысле меня заблокировали? Капец, я просто искала дитя себе. Я просто искала ребенка. А меня вот так вот погано заблокировали. Еще и надпись стерлась. Заново писать. Be my... Давайте напишем be my kid. Так, все-таки менее официально. Опа, меня похитил мистер Арбуз. Мистер Арбуз меня похитил. Мистер Арбуз не нужно. Офигеть, он реально мистер Арбуз. Не нужно меня похищать. Господи, он там, походу, впилился по полной. Слушайте, она так качается на качелях. Может быть, она все-таки хочет быть моим ребенком? Она перехотела быть полицейским. Она хочет быть моим ребенком. Вот этот меня все преследует. Ладно, давай, поехали. Куда уже ты меня довезешь? Посмотрим, что будет сейчас происходить. Представим, что... Так, мой ребенок меня бросил. Так, может быть, она все-таки хочет быть моим ребенком? Пожалуйста, согласись. Да что ты, мистер Арбуз, ко мне доцепился-то? Капец, что ему надо? Будешь моим ребенком? Ладно, давайте сделаем так. Она меня взяла. Ребята, я нашла дочку! Ля-ля-ля. Хотя это я должна была взять ее на руки, но она меня взяла и куда-то потащила. Походу, мы с ней идем сейчас смотреть фильмы и жрать попкорн. Нет, мы туда не идем. А может быть, ты все-таки возьмешь там, я не знаю, машину? Походу, не возьмет она машину. Сейчас будем смотреть, что происходит, куда мы вообще бежим, я не понимаю. Здесь тоже какой-то кипиш происходит в домах. Мы прибежали в
церковь? Зачем вы прибежали в церковь? Почему она что, меня хоронит? Что случилось? Зачем она меня бросила? Почему она бросила меня в церкви? Я вообще сейчас не поняла прикола, но я от такой дочери отказываюсь, даю ее в детский дом и ищу себе нового ребенка. У военного тут военная база. Ищем, значит, следующие дома. Где вообще какой-то кипиш происходит? Смотрите, здесь машины, лошади. Ага, крыса заблокировала меня. Вот у этих тоже, у этих, походу, какой-то движ Париж. Так, может быть, они хотят быть моими детьми. Блин, на каком они вообще? А, это тайцы. Блин, ребята, они вообще на тайском пишут языке. Это тайцы. Вообще-то можно было бы и подобрее быть. Я недавно так-то в твоей стране была. Могла бы и подобрее со мной обходиться. Так, меня кто-то взял на руки. Отлично. Она берет меня на руки. И куда мы идем? Ребята, походу, я нашла вторую дочь себе. А, будем надеяться, что это так. Поэтому я сейчас, так понимаю, мы вместе идем в ее дом. Она моя дочь. Ребят, слушайте, ну, сходство налицо. Напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько мы с ней похожи. Я считаю, на все 100%. Мы просто одно лицо. Один цвет кожи, у меня тоже почти розовый. Куда она уходит? Куда? Ну, короче, моя дочь пошла гулять. А я могу, значит, идти домой. И здесь заниматься вот этим всем, чтобы быть ребенком. Она заблокировала дом, и я застряла. Почему? Мой ребенок закрыл меня в доме. Ребята, поздравьте меня, мой ребенок закрыл меня в доме. Мне придется выбираться из-за спального мешка. Походу, она хочет погулять подольше, я так понимаю. Походу, ее интересует только, чтобы одни гульки на уме, а вот это учебы никакой. Я сейчас должна найти свою дочь, которая зачем-то заперла меня дома, чтобы погулять. Где она вообще? Она, да, она вот это к подружкам пошла, значит, ничего делать не хочет, учится плохо. Она вообще пропала. Ребята, у меня пропал ребенок. У меня ребенок пропал. Где моя дочь? Капец просто. Куда делась моя дочь? Военные приехали. Это все жесть какая-то. Я потеряла свою дочь. Куда она делась? Ребята, вот она. Нет, стоп, это наш дом. Но я не понимаю, куда делась моя дочь. Она поставила для нас дом. Я-то думала, мы будем сейчас вместе с ней жить, но она куда-то пропала. Ощущение, что она куда-то сбежала, чтобы погулять подольше. Или, может быть, ее мать не устраивает. Но я ее не вижу. Может быть, она все-таки с друзьями где-то тусуется в доме, который меня, блин, заблокировали. Блин, так, ну нет, это все не она. Это не моя дочь. Они там что-то общаются. Может быть, вот это моя дочь? Может быть, она изменила внешность? Я не знаю, но это, походу, не она. Походу, эта дочь — это эльфийка. Нет, это вообще какая-то Линда. К сожалению, это не она. Вот моя дочь! Она вернулась! Блудница! Так, ты куда пропала? Ты что? Где ты была? Я не понимаю. Так, она меня берет снова на руки, и мы с ней куда-то идем. Она, значит, меня заперла дома. И, походу, она меня сейчас снова ведет домой. Я так понимаю, что да, ребята. Я так понимаю, что да, снова захочет запереть и уйти. Дочь очень плохо себя ведет. Так, мы... Я не могу пройти. Дверь открой. Дверь открой, сказала тебе. Открывай срочно дверь. Я пройти не могу. Я не могу пройти. Блин, а дверь открой. Ты куда опять уходишь? Я же говорила, что она меня постоянно домой отводит к себе, а сама потом уходит опять гулять с подружками. Ребята, это уже не смешно. Учится дочка очень у меня плохо, а нифига не делает, только одни гульки на уме. Ребята, напишите в комментариях, какая я мать. Мне почему-то кажется, что я плохая мать, к нам еще и какой-то чужак забрался.